Всем привет, это канал Туманов Плей. Мы играем God of War 4 часть. Ребята, продолжаем приключения Кратоса и Атрея. Подожди, а где сын? Стоп. А где мальчик? Сын? А, он, мы его потеряли в тот раз. Найдите Атрея. Бежим, ребята, быстрее ищем сына. Он, короче, вперед ломанулся, когда охотился на кабана. И теперь мы его потеряли из виду. Это очень плохо. Мальчик! Тут еще и кровавые следы какие-то ведут дальше в лес, непонятно. Ну-ка, быстрей. Где ты? Скорее, отец! Слышен его голос, надо быстрее бежать, ребята. Только куда, я не пойму. Куда лезть-то? Надо быстрее спасать пацана. А, вот сюда. Я нашел! Кого ты там нашел? Атрей! Он замедляется! Погоди-ка. Я правильно понял, вот здесь тоже есть ход. Скорее! Ну все, тут больше делать нечего, надо бежать быстрее туда. Так, погоди. Вот здесь где-то голос его был. Сюда. Налево или направо? Куда пойти? Ну, давай налево сначала. А тут ничего нету. Здесь ничего нету. Разворачиваемся, идем в обратную сторону. Подожди меня! Отец, сюда! Он меня все зовет и зовет, а мы идем, и он здесь не появляется. Где он? Подожди, я же позвал, а здесь пещера только, все, и она тупиковая, похоже. А, нет, вот сюда. Подожди, или я здесь был уже? Стоп, мне... Мы по кругу ходим, что ли? Я что-то не понял. Вот сюда, наверное. Да, там по кругу я ходил. И куда? Пацан, ты куда делся? Давай-ка покажись еще что-нибудь, скажи. А, стоп. Подожди, нет, мы отсюда пришли. Мы отсюда пришли. В этом тумане ничего не видно. Я не понимаю, я потерялся, короче говоря. Давай искать выход. Сюда. Вот здесь он кричал. Здесь он кричал, звал нас куда-то. Так. Ну куда? Пещера. Погоди. Я что-то ничего... А, я обратно вышел. Прикинь, я... Или нет, или все правильно, я же здесь бегал. Атрей! И все, и тишина. Стоп, я начал запутываться уже. Мы как будто бы уже здесь были. Где ты? Где ты, говорит... Ну-ка, вот туда еще раз идем. Что вы наделали? Прости. Во, наверное, сюда все-таки. Быстрее, быстрее, быстрее спасать пацана. Еле пролез.
чей-то. Это он кто? Не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Редкий какой-то вид. Очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Ну, давай зажмем. Как? Вот так? Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Вот шаманка что-то там говорит. Сейчас он оживет, похоже. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Ну, давай спасать. Погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Ничего себе. Сюда. Лес расступился. Сюда, быстрее, пошли. Будем кабана спасать. Следуйте за ведьмой, пошли. Кабанчик-то здоровый. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Священная роща, область открыта. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Вон же еще такой кабан идет впереди, или это другой? Она говорит, это единственный, последний в мире. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Ничего себе, дерево живое. Так это не дерево, это черепаха огромная. Здравствуй, большая черепашка. Он мирный? Мы тебе кабана принесли. Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Ничего себе домик. Так и не догадаешься даже. Она хорошая. Вот страшилина, а. Ладно, проходим. Надеюсь, она не цапнет меня сейчас. Ну и как тебе тут живется? Быстрей. Сейчас кабанчика оживим. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Все, видишь, она уже нами руководить начала. Что еще? Я вижу, что ты Бог. Не из этого мира, но ясно сразу. Ничего себе, какая. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам. Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду.
горсточку. Нормально богом руководить, да? Сейчас. Ладно. Буду сердечник. Сердечник принести. Травку, я пошел травку собирать. Ну давай. Сорвите цветок с белыми лепестками. Еще траву я не собирал, блин. Где он? А, вон он, похоже, здесь растет, прямо на берегу. Или это что? А, это рыба, я думал, это цветок. А где мне цветок найти? Нет бы, дала бы задание там кого-нибудь грохнуть там или по лесу походить, разобраться с какими-нибудь головорезами. Оп, вот он и цветочек. Одного достаточно, вернитесь к Атрею, ну пошли. А где Атрей-то? Он на улицу вроде вышел. Значит, мне не сюда. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Краснокорень, сейчас найдем, погоди. Ему нужна помощь. Прошу тебя, без обеих трав мазь не получится. Да сейчас принесем. Начинаешь тут. Эй, пацан, ты где траву принес? Нет. Ты где? Теперь его еще искать, бегать. За красной травой он пошел куда-то. Подожди. А, я ее... А, вот он сидит же. Его и не видно даже. Краснокорень, давай. Потерял ты его. Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Следить надо за своими вещами так-то, понял? Я теперь буду внимательнее. Ну вот так. Батя, видите, плохого не пожелает. Сразу вернул клинок тебе. Вернитесь к ведьме, пошли. Мы все сорвали. А в окно можно залезть? Не пускают. Пошли в дверь. Сейчас кабана будем лечить. Бедняжечку. На. Да, то, что нужно. Засверкало сразу все. Ну точно, ведьма. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Какая благодарность еще? Зачем нас благодарить? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. По взгляду видно, что он хочет, да? Скрываешься? Чтобы его намазали. Ну давай, ладно. Люина. На лоб. А, тоже на шею. Ну давай. Ладно, нас, надеюсь, этот знак защитит, а не просто так бирюльки твои. Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Нормально. Следуйте по тропе, тайной ход. А затем на свет солнца. Можете не благодарить. Мы еще увидимся. А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет... Вы получили компас ведьмы. Компас отображается вверху экрана и указывает на вашу следующую цель. Пройдите к лодке, следуя указаниям компаса. Вы верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Ну давай, пошли. Я вижу лодку. У нас хоть компас теперь появился, хоть знаем, куда идти. Так. Кто там? Где топор вообще, а? Кто забрал топор? Приятное пробуждение. Так,
Убивайте кошмаров. Какие-то кошмары, это летающие вот эти штуки. Так, а это что? Эй, что это было? Где она? Топор, быстрей. Атрей, стреляй тоже, что не стреляешь-то? Вместе надо их как-то прибивать. Не знал, что они существуют. Так, что тут еще есть интересно? Бестиарий обновлен, добавлена новая запись. Кошмар. Мама рассказывала мне сказки про кошмаров, пока мне не начали сниться кошмары. Я очень расстроился, но она сказала, что это тоже часть жизни, и что в ужасе есть своя красота. Она во всем видела светлую сторону, даже в этих жутких летающих глазенках. Говорят, что кошмары назвали в честь Мары, древнего существа, которое садится на грудь спящим и питается их страхами. Кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Кошмары. Ну, давай вперед, идем. Уже вот сундук огромный. Давай откроем. Итак, что же нам дадут? Талисман, средоточие жизни. Обычный предмет. Талисман. Прилив здоровья. И как? Это разовая штука или это постоянно? Защита плюс 2, живучесть плюс 4. А как выпить? Для применения нажмите L1, 0. В смысле, где как применить-то? Теперь бы найти, где это было. Так, броня. Стой. Гнездо для чар. Какой-то символ, символ неоступности. Вы успешно улучшили эту броню с помощью чар. Другие чары вы можете найти во время своих путешествий или купить в лавке. Так, улучшил. А, еще и навыки у нас есть. Дальний бой, ближний бой. Купить. Стоп. Ближний бой. Удержите R2, чтобы провести сокрушительную атаку топором, наносящую огромный урон. Ну, давай возьмем. Что еще возьмем? Давай пока ближний бой. Удерживая R1, чтобы провести атаку. Ну, в общем, R1 или R2 мы будем удерживать. И будем бить всех сильно. Серия атак. R1, 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 R2. Ну, давай возьмем. Все, пока на ближний бой я все пустил. Ну-ка, давай дальше. Карта, цели, кодекс, ресурсы. А где было... Вот, вот это надо. Нет или нету? Ладно, потом разберемся. Все, пошли дальше. Ну-ка, где мой топор? Пробуем удерживать. О! Ну-ка, R2. Ну, нормально. Можно вот так бить всех. А нам в лодку надо. Может быть, еще походим здесь, что-нибудь найдем интересного. Так. Походу, ничего нету. Ладно, идем. Поплыли, сын. Там что-то есть. Давай, я поведу. Стоп. Подожди, сундук. Сундук же там, вон. Давай доберемся быстро. А как? Мне просто не верится, что я тут. Что все это происходит. Стой, погоди. Не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Как выйти? Мне сундук нужен. Вот здесь можно вылезти, а? Не, подожди, а как мы это пропустили? Как сундук взять? Мне нужен вон тот сундук. Неужели я не смогу его взять?
Так, а как вот это открыть, я что-то не понимаю. И сундук тот взять. Здесь что-то надо, магия какая-то нужна. Стоп, сундук где? Где сундук? А, может пацан стрельнет из лука туда, а? Ну-ка. Не, нифига не помогает. А если зажать, долго держать? А, ну это, я думал он будет таким. А вот что-то еще. Вот серебро пропустили. Так. Здесь я тоже не был. Или был? Не был. Вот стоит чувак. Да сейчас разберемся. А, дождался я, пока он... Он встанет. Можно было вот так просто. Раз и все. Еще сундук. Да как так-то вот... Как это все брать? Ну-ка здесь. Здесь тоже какая-то вот... А, подожди, подожди. Вот здесь можно или залезть. Ну-ка. Чтобы толкать, тянуть, толкать. Так. А куда? Для чего мы? Он тяжелый. Да. Не похоже. Ну-ка еще толкай. Стоп, ну я толкнул. Ладно, а дальше-то что? А, можно с другой стороны толкнуть. Посмотрим, сейчас может быть какой-то проход будет. Или перепрыгнуть через него как-то. Ну-ка, стоп. Ага. Не касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, вода черная. Поэтому и не касайся. Вот и не касайся воды. Так, а чё... Лики маски. Мы еще маску одну получили. Их всего 9 штук. Нам бы еще найти. Да это что? А, это топор мой торчит. А как здесь? Ну-ка, попробуй отрейс. Стрельни. Нифига, да? Ну, а дальше? Все получается. Больше-то я никуда не смогу пройти. Не понимаю, как там... Ну-ка, может быть, сундук как-то попробуем. Ну, подплыть сюда мы сможем, я думаю. Так, что-то какая-то загадка. Много вещей тут в игре придуманных, непонятных, и как это делать, не ясно. Вот здесь что? О, сундук! Ладно, хоть один здесь нашелся. Вот, сталь. А те как брать, я не понимаю. Так. Хорошо, вылазим. И вот эти шары какие-то, или что это такое, магические? Как их открывать? Что с ними делать? Ну-ка, может, здесь упадет? Нет. Вот здесь. Я еще не ломал ничего. Так, вниз. Вниз не надо. Там мы были, все, спускались. Ну-ка, еще раз. На, тут ведьма. Мы отсюда, получается, вышли. Как он? Прости, видимо, пора. Ладно, я не знаю, как это решаются, эти секреты. Но вот там сундук остался, получается. Ну, мы попробуем сейчас до него доплыть.
Потом вот здесь проход. Неизвестно, как открывается. Здесь может быть что-то сбить. Так, топор заберем. Ладно, похоже, придется идти в лодку садиться. Больше я пока вариантов не вижу. Вот еще сундук стоит. Тоже не пойму я, как его взять. По идее бы спуститься как-то или что, или подплыть к нему, но подплыть нельзя. Осталось для меня это неизведанным. Ладно, напишите, ребята, в комментариях, кто шарит в этом, как это все забирать. Буду очень признателен. Или, может быть, это с другой стороны мы какой-то подплывем, что, конечно, навряд ли. Мне кажется, сейчас уплывем, и все, и игра пойдет своим чередом там дальше. Поэтому... Ой, смотри, как мы близко. Пишите. Мы плывем навстречу морю. Я как хоть буду помнишь? Знать. Так, здесь ты ничего, поворачиваем. Если это запах моря, море воняет. Ну, как тебе сказать, чем тут пахнет, непонятно. Болото какое-то, это не море совсем, вон. Трава растет, может быть, камыши где-нибудь рядышком. Смотри, это то. Открыта область, озеро Девяти. Озеро Девяти. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. О, похоже на Бальдра. Бальдра. Ладно, Бас. По этому озеру, ребята. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Мы поплаваем в следующий раз, узнаем, куда тут идти. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!